электронного потока. То есть принципиально все то же самое. Единственное отличие — некоторые как географическое расположение панели, так и аппаратная часть. Хотя сейчас она уже приводится почти что все равно, потому что блоки постоянно модернизируются, приблизительно одного и того же уровня сложности и уровня электронного насыщения. Так что они очень-очень похожи, может быть, отличие тоже. Продолжение следует...